Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о системах централизованного управления сетью. И если раньше производители предлагали аппаратные контроллеры управления, то сегодня более популярные программные решения. Ну, например, облачное решение от Zyxel называется Nebula, или же локальное решение от TP-Link, которое называется Omada SDN. Облачное решение от Zyxel удобнее тем, что под него не надо выделять компьютер или, например, сервер. Оно находится где-то там в облаке, и, соответственно, за его работу, доступность в режиме 24/7 и безопасность отвечает непосредственно сам Zyxel. Очевидный недостаток – требуется постоянный доступ в интернет, причем доступ в интернет должен быть у каждого устройства Zyxel Nebula. У локального решения TP-Link Omada есть свои преимущества. Но опять же, вполне очевидно, если у вас нет постоянного выхода в интернет, или вы не хотите, чтобы ваши данные отправлялись куда-то туда в облако, то локальный контроллер будет для вас более удобным решением. На вашем объекте может вообще не быть интернета, вы к этому абсолютно никак не привязаны. Из минусов – вполне очевидно, что вам придется выделить какой-то компьютер или, скажем, сервер, на котором есть своя операционная система, которую нужно будет обновлять, периодически перезагружать, сопровождать его, и так или иначе, но все-таки будут какие-то простые сервисы. Теперь давайте сравним эти две системы по некоторым параметрам, которые особенно важны для корпоративных пользователей. Ну, например, соответствие 152-му федеральному закону о персональных данных. Так, в идеальном случае Omada SDN не хранит данных пользователя, а серверу, на котором стоит Omada, вы можете просто закрыть выход в интернет. И в случае, если вас спросят, где у вас хранятся персональные данные ваших клиентов, вы всегда можете показать на этот сервер. В случае же с Nebula данные хранятся в облаке, но их перечень можно ограничить, например, одной лишь электронной почтой. А согласно 152 ФЗ, одна только электронная почта без упоминания фамилии, имя, отчества, даты рождения или других данных персональной информации не является. То есть в обоих случаях система не оперирует персональными данными, и включать режим паранойи относительно соответствия 152 ФЗ смысла нет. Что касается совместимости контроллеров с оборудованием, то и у Zyxel, и у TP-Link оборудование, поддерживающее новые контроллеры, выведены в отдельные категории. На момент создания видео модельный ряд Zyxel существенно шире, чем у TP-Link, но почему-то ни у одного, ни у другого не представлены 5G, 4G маршрутизаторы, но и они наверняка появятся в ближайшее время. Теперь поговорим об удобстве развертывания. У Zyxel все максимально просто. Достаточно в мобильном приложении отсканировать QR-код, который находится на корпусе устройства или же его упаковке, и все, оно будет добавлено в вашу систему. Единственный минус – нужно, чтобы уже на этапе развертывания у вас был доступ в интернет. У TP-Link контроллер сам находит подключенное к той же сети оборудование с поддержкой Omada, после чего можно приступать к настройке. Неудобство заключается в том, что если у вас несколько подсетей, то их придется настраивать либо поочередно, подключая контроллер сначала к одной сети, потом к другой, либо же придется настраивать между сетями маршрутизацию и фаервол. Главное, чтобы это позволяла политика безопасности компании. Конечно же, нюансы систем можно выявить только в процессе эксплуатации. Так, например, у нас возникли некоторые вопросы к Omada. Ну, например, контроллер почему-то проигнорировал наличие новой прошивки для нашей тестовой точки доступа. В то время как Zyxel с радостью предложил обновиться до актуальной версии прошивки всему своему оборудованию. Но гораздо интереснее, что делать, если вы вдруг забыли пароль администратора. В случае с Omada на данный момент есть проблемы с восстановлением доступа к учетной записи. А если вы решите переустановить контроллер, то придется еще и сбрасывать логин и пароли на каждом устройстве с помощью скрытой кнопки сброса. В случае с Nebula все гораздо проще. Нужно лишь отсканировать QR-код, но и тут есть негативный момент. Даже привязанное к вашему контроллеру оборудование злоумышленник может привязать к своему контроллеру с помощью этого самого QR-кода. Так что, возможно, придется наклейки с QR-кодом срывать или скрывать. Наконец, поговорим о мониторинге и логах. Конечно же, веб-интерфейс обоих контроллеров позволяет в удобном и красивом виде отслеживать текущее состояние оборудования и сети. А вот что касается логов, то Omada позволяет хранить логи неограниченное количество времени, но поддерживает лишь один syslog сервер. Zyxel же позволяет выгружать логи разного оборудования на разные syslog серверы, но вот время хранения логов зависит от версии и максимально может составлять 1 год. В общем, оба контроллера имеют как достоинства, так и недостатки. Более подробную статью читайте на нашем сайте, ссылочку я оставлю в описании под роликом. Ну а у меня на этом все. Не забываем писать комментарии, ставить лайки, подписываться на канал, жмакать на колокольчик, если хотите одними из первых узнать о выходе нового видео. Ну а меня по-прежнему зовут Максим. Всем пока!